херачат мирные города сейчас. Ты посмотри, что я сказал им. Они херачат наши города. Ты что говорил? Войска отвезти нужно. Какие наши? Наши с востока, блядь. Наши с востока? Да, ты говорил. Я сказал, что должна закончиться. Я сказал, должна закончиться война, и ребята должны вернуться домой. Ребята должны вернуться домой, да. А каким, блядь, образом закончить войну, ты обещал? Или говорил? А? Кто способ, который считал? Какой способ? Отвести войска через них? Нет. Да, блядь. Я... Перестать стрелять, блядь, отойти нам. Нет. Так ты говорил. Нет. Я говорил по-другому. Да, ты так говорил. Я говорил по-другому. Ты так, блядь, говорил. Я говорил по-другому. Ёбище. Я хотів би окремо сказати деяким народним депутатам в ОПЗЖ, якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, вас там будуть просто вбивати. От, краще сидіть вдома, от, і чекайте на краще. Тому що коли ви сунетесь в наші пости, починаєте їх фотографувати, а потім перебивати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну, спільно з російськими агресорами. Тому що ви є, опять, колаборанти. Олексій Мячеславовичу, а...